to black. You don't know where to go. You need something to justify your soul. Silence is a broken, confidence is gone. When everything you're holding on to falls. Бой длится 2 минуты. Суть заключается в чем? Связываем вас по рукам, по ногам. Один держит толстый, другого шарики. Кто победил, тот получил 20. И еще есть нюанс. Проигравший у нас помогает в чтении лекции. Ну, собственно, вот это весь боезапас на всю игру. Левый готов, правый готов. 3, 2, 1. Начали! Аут! Победа! Эти двое близнецов победили своих противников. Их даже он разделила. Поэтому они заслуженно получают свои бабки. Кто не пришел, тот Бердросович. Приходите на арену. Определение запора. Согласно современным представлениям, под запором следует понимать замедленное, затрудненное и систематическое неполное опорожнение кишечника или при длительном натуживании больше четверти времени дефекации. Больше четверти времени дефекации. Прошу на галерке слушать. Несмотря на то, что это определение формально, как любое другое, оно все же позволяет правильно... Сталкеры уже, что ли? Да?
А вы знаете, что у нас проводят физические испытания, чтобы получить эту дочь? Ты отжимаешься, ты приседаешь. Только руками так можно. Все. Вам же всем люди нужны. Раз, три, раз, раз. Зона будет вас закалять. Раз, два. Вы будете грозой зомби. Раз. Делается в лаборатории, называется глюны. Очень мягко пьется, но тяжело отходит. Давайте логически обсуждать. Вы не пройдете, нас там много. Да, 500 ударов по рукам не расходимся. Хорошо, давай. 750. Бьем по рукам, у меня сейчас папа на кнопку. Видите, что-то не уновал. Синий изолента спасет мир. То, что любовь спасет мир. Синий изолента лучше. Починено. Все. Selling truths on every corner now. They wait until the fear has knocked you down. All the rules are changing now. You're living in sin. Everything around you is $10,650. А это именно сумма наличных и безналичных примерно одинаковая. Свобода. И третий объявленный результат является лучшим. Монолит 11 320 рублей.